Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и тренер Академии Дмитрий Михайлов поддерживают перед выступлением в короткой программе Софью Муравьеву, серебряный призер 4-го этапа в Москве. Спортсменка, которая за свое выступление именно в короткой программе набрала больше 82 баллов. Ну и сейчас только что на раскатке успешно исполнила тройной аксель. Молодец, молодец, Соня, здорово. Стартовый тройной аксель. Очень хорошо. На самом деле программа немножко, Саша, напомнила мне прокат ее в Москве. То есть даже аксель примерно так же был выполнен с небольшим таким кивком на приземлении. Вот. Но тем не менее, это тройной аксель, это очень уверенно, здорово. И все остальные элементы были прекрасно выполнены. Ну, а с точки зрения хореографии, Соня уже давно показывает очень зрелое катание, скольжение, проникновенное такое, можно сказать. Вот, поэтому в этом плане она одна из сильнейших фигуристок, конечно, у нас в России, именно по презентации. Но здесь и техника была выше всяких похвал. Я думаю, Женя может быть доволен своей спортсменкой. Посмотрим еще раз, как развивались события в этой короткой программе. Программа, которая поставлена на песню под названием «Proud», «Гордость». Ну и действительно, гордится уже далеко не первый турнир, я бы сказал, не первый сезон своей ученицы. Тренерский штаб
Евгения Плющенко. Чуть-чуть не получилось чисто выехать с тройного акселя, а все остальное было исполнено здорово. Да нет, он был чистый, просто немножко, ну, выезд, там, да, спина чуть-чуть плюнула, но это не особо сильно не наказывается вообще никак. Это на GOE влияет на плюсовую зону, но минус она точно не уходит, поэтому это аксель чистый. Извини, что я тебя тут немножко корректирую, но это чистый прыжок. Кому как не тебе, пожалуйста. Аплодирует действительно Евгений Плющенко, очень тепло восприняли это выступление Софьи Муравьевой и зрители на трибунах. Она завораживает, и с каждым днем, с каждым новым турниром у нее появляется все больше поклонниц и поклонников, в том числе и личных, которые теперь с удвоенной и утроенной энергией будут следить за выступлениями Софьи Муравьевой. Софья Муравьева, конечно же, будет лидировать, а вот с таким результатом практически столько же, что и в Москве, 81,59. Она выходит на уверенное первое место, больше 10 баллов превосходства относительно Ксении Синицыной.